Ну помогите беременной женщине, ну вы что? Бутыль воды? Аю дави! Ноги должны быть высоко. А есть мороженое? Нет. Нет, я вот так должна ходить. Все? Будем танцевать? Да! Just Dance! Всем привет, ребята! И вы на канале Сестрички Лайф! Сегодня мы хотим снять челлендж 24 часа. И в главной роли будет у нас мама. Да, мы придумали для нее челлендж. Мы хотим, чтобы она ходила 24 часа беременная. Интересно, согласится она или нет? Ну, давайте спросим у нее. Мама, мы сегодня снимаем 24 часа челлендж. Какой? Ты будешь целый день, как ты думаешь, ты будешь беременная? Ке? Эй, я вас embarazada. Си! Но! В смысле, я не поняла. Ты сегодня должна ходить целый день беременная. Я уже 4 раза походила, спасибо. Каролина! Где? Вы вообще откуда это берете все? Okay. Я понять не могу. Маргарита. А? Как вообще можно такое придумать? Я, честно, я в шоке. И вообще, ну, буду я ходить беременная, и что? Я должна живот себе сделать? Да. А на каком месте я должна быть? На первом, на втором можно? Нет, на самом большом. На 9-м, что ли? Не знаю. Я должна себе живот сделать? Да. А с чего я себе буду живот? Ты должна очень много кушать. Я должна очень много кушать. Подушку положи. О, Боже мой. Ты должна очень много кушать. Вы правда это хотите? Да. Вы правда хотите, чтобы я ходила беременная? Да. Вы думаете, это весело? Да. Да? Ну хорошо. Ма, ты где там? Иду. Вы сами сказали сделать большой. Вот я делаю большой живот. Нет, не нравится. Ребят, на каком я месяце? Скажите. Напишите в комментариях, на каком я месяце. Тебе нравится? Смотри, мягкий, потрогай. Ладно, все. Я на сегодня на 24 часа буду беременная. Все. Куда? Вставай давай. Это мое место. Это мое место. Так, ну-ка, место маме освободи, пожалуйста. Мама устала. Ой, так тяжело что-то. Ой. Ты на расческу. Расческа? Какая расческа? Где? А я не почувствовала даже. На расческу легла. Так, девочки. Ой. Мне что-то не нравится. Мне не по себе. Не нравится? Нет. А прикольно? Нет. Мы хотим пить. Кто? Ну, то есть я и вот бэйбик. Ну, беременные используют живот как столик вот так. А теперь мы хотим немножечко что-нибудь перекусить. Пожалуйста, Ксюша. А есть мороженое? Нет. Мороженое хотим. Срочно, срочно. Не принесешь, будет истерика. Посмотрите, мне принес Макс клубничку. Какой ты хороший, сыночек. Спасибо. Клубничка. Вот это хорошо. Конфеты шоколадные. Так, это круто. Мороженое. Мороженое? Так, это мы пока подождем, сюда положим.
Это наше. Супер. 24 часа челлендж. Беременной ходить, это вообще супер. А кто мою клубнику ест? Я. Дай мне. Нет, но... Нам этого мало, что ты думаешь? У нас двое. Я же кушаю сейчас за двоих. Мне нужно две порции. Там еще одна есть. Я же за двоих кушаю, мне два мороженого надо тоже. Мам, а если они наберут 60 тысяч лайков, то тогда мы снимем, папа будет беременным. Папа беременный? Угу. Я такого еще не видела. Ребят, вы хотите, чтобы папа, наш папа ходил беременный? Угу. Да. Сколько, говоришь, лайков? 60 тысяч. Ребят, вы сможете набрать 60 тысяч лайков? Если наберем 60 тысяч, а если папа не согласится? Не волнуйся. Папа на 60 тысяч согласится? Да. 60 тысяч лайков. В общем, ребят, если вы хотите, чтобы папа ходил беременный... О, это вообще ужас, что будет? Нет. Вы же знаете нашего папу этого. Ну, по-моему, это будет смешно. Папа у нас... Это вообще... Если вы не видите... Если вы еще не видели с ним челленджа, когда он... Это что такое? Когда он показывал Ксюшу, да? Повторял Ксюшу, как что она, как она себя ведет. А, в общем, родители стали детьми, а дети стали родителями, да, был у нас челлендж. Это вообще... Как мы смеялись. В общем, ребят, решайте сами. Если хотите, чтобы папа наш ходил беременный 24 часа, то 60 тысяч лайков, и я думаю, папа согласится. Ну, я после сладкого хочу соленое. Хочу солененькое. Там оливки есть, принеси, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, помогите беременной женщине, ну вы что? Ну, спасибо. Оливочки. Обожаю оливки. Нет, я вот так должна ходить. А, сей. Так. Папа сейчас покажет, как беременная ходить должна. А, мне должны помогать. Espera, tengo que llevarla a hacer pipí. Я не хочу в туалет. Хочешь? Нет, я не хочу в туалет. ¿Qué quieres? Надо кушать приготовить. Кушать я. Кушать. Я по себе это могу кушать. Ayuda a mí. Ayuda a mí, papi. Papi, ayuda a mí. А для ног? Ноги должны быть высоко. Почему это не помогает? Ножки выше, еще выше. Еще выше. Масарива. Я выше, если в Олимпиаде. Нет. Ты лавила в Ой, а раю за мной. Хватит. Эти помидоры, он мне помидоры принес. Помидоры мне принесли. Я тоже столик. Я вызову. Ксюша, с тобой это же не пройдет. У меня нет. А меня ребенок все кормит и кормит, а? Ты мой золотой, спасибо. На! Меня откармливают. Что у меня это? Взяка наверх полезла. А мне помогите. Папи. Вот в чем тебе помочь. Вытащи собаку оттуда. Ой, спасибо. Да, спасибо. Спасибо, мой хороший. Ну что там падает? Сейчас кухню разнесет всю. Идите, проверьте, что он там делает. Давайте. А, массаж. Оля. Мам,
Я не хочу больше кушать, спасибо. Я не хочу больше кушать. Все, меня сейчас откормят точно. Я не хочу больше кушать. Ты мне носочки прислал, мне ножки замерзли. Надень мне, пожалуйста, а то я не смогу. Если я вот так буду делать, я видишь, не дотянусь. У меня живот мешает. Пожалуйста, надень носочки. Ой, спасибо. Ну, поровнее можно немножко. Что-то перекосило его там. Перекосило его там куда-то. Вот. Ой, спасибо. Следующий. Я. Они растопырились. Ну, одевай быстрее. Палец поломай. Вы забили тут. Какие-то патазон гиганты. Я. Видишь, папа раз-два и готова, а ты не можешь даже носок. Делать. Да, давай. Да, только не щекоти, не щекоти. Нет, мне нельзя много смеяться, а то рожу. Ты что, нам пока еще нельзя, еще рано. Массаж. Я прыгаю. А что ты такая? Какая вкуснятина. Какую вкусняшку папа сделал. Морепродукты. Это кто такой? Кушала. Это бэйби. Мне! Подушка! Ты что делаешь? Сижу, не видишь? Надо связать. Пинеточки, шапочку. Для лялечки. Сейчас буду вязать. Что еще должна беременная делать? Не знаю. Знаешь? Мне ножки так болят. Подставь мне стульчик, пожалуйста, чтобы я вот так их вытянула. Знаешь, как неудобно, ноги затекают. Давай, вон стульчик стоит. И водичку принесешь? Что-то так жарко. И вообще окошко открой, что-то душно. Чуть уже это. Надоело мне уже ходить так, когда уже закончится уже этот день. Я спать так же должна, что ли? Да. Кисис. Мам. А ветер дует. Я буду так спать? С животом? Кисис. Вообще, я очень люблю спать на животе. Что такое? А и сегодня у меня не получится это сделать. На животе поспать. Все? Будем танцевать? Да! Just dance! Мамаша. Я кисица. Ребятки, я выдохлась. Я больше не могу. О! Мы устали. Фух, а усталость такая, как будто бы реально беременная танцевала. Да, с арбузом. Все. Мама, что подушку такая? Пойду я собираться. Да? Пузатый. Ну что, ребята, на сегодня наш день заканчивается. Да, ребят, наш челлендж заканчивается. Ну что, понравилось вам с беременной мамой? Нет. Нет? А мне было весело. Я сначала не хотела, но потом мне понравилось. Вошла, так сказать, во вкус. На сегодня все. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Не забудьте про нашу идею с папой. Про 60 тысяч. Да, про нашу идею с папой. Так что, если мы наберем
то я думаю, папа согласится, ему придется согласиться. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Пока-пока! Пока-пока! А теперь мы покажем победителей прошлого видео. И самые первые показали правильный ответ. Вот эти ребята. Передаем вам привет!